Здорово, домкраты! Сегодня мы научимся с вами делать швунг жимовой рывком хватом с плеч. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Данное упражнение способствует укреплению плечевого пояса для более стабильного и безопасного приема снаряда на вытянутые руки в рывке классическом. Также данное упражнение решает проблему страха перед новым рекордом в рывке, так как выполняя связку швунг-жимовой-рывковый плюс приседания, вполне можно привыкнуть к новому неизведанному весу, ощутить все его тягости. Рассмотрим технику выполнения упражнения. Поместите штангу на плечи, взявшись рывком ухватом. Постарайтесь расслабить руки и почувствовать всю тяжесть снаряда ногами, опираясь на полную стопу. Совершите полуподсед примерно на 1/4 от низкого седа. Старайтесь садиться, не сваливая таз и колени вперед, а напротив, движение подобно тому, если бы вы садились на стул. Таз сзади, опора на полную стопу, колени развернуты в стороны. Остановившись жестко внизу, мгновенно переключитесь на выталкивание, разгибая ноги, руки по-прежнему расслаблены. Вытолкнув штангу на максимально возможную высоту, слитно упритесь снаряд руками, не совершая уход ногами, то есть не сгибая ноги. Дожмите штангу на вытянутые руки, зафиксировав на несколько секунд. Данное упражнение рекомендую выполнять новичкам с весами до 70%, до 4 повторений в 3-4 рабочих подходах. Это для укрепления плечевого пояса. В случае, если мы хотим привыкнуть к сверхпредельному весу рывке, то выполняем упражнение с весами свыше 100% от максимального рывка, в связке с приседаниями со штангой над головой. Благодарю вас за просмотр, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.